чем, брат, наш фестиваль? Чем, брат, наш зритель? Театральный Вайгель Мордовии, он же «Голос», звучит в шестой раз уже настолько звонко, что теперь его услышали даже за рубежом. Отозвались и приехали. Некогда региональный студенческий молодежный фестиваль шагнул на ступень выше и стал международным. Идеи сохранились, но поставленные задачи значительно расширились. В данном случае, когда у нас будущий год объявлен годом театра, это особо актуально. Ну, а дальше это творческие контакты, сотрудничество, взаимодействие, учеба. Ну, проект многогранный. Фестиваль наш самобытен тем, что он направлен на студенческие проекты. И я считаю, что он этим уникален. Впервые на фестивале работает образовательная программа. Ведущие педагоги России и других стран в так называемых лабораториях по своим методикам будут учить сценическому движению, режиссуре, актерскому мастерству и хореографии. Уникальная возможность перенять опыт у мхатовцев или немецких режиссеров. Это для меня какой-то вызов, я сам пока не в курсе, как это будет происходить, потому что я не видел участников, я не знаю, как это все будет организовано, это такая лаборатория для меня в том числе, я думаю, по ходу будем разбираться. Цель, наверное, не научить, цель вдохновить скорее, цель как-то какой-то кураж, я думаю, что будем заряжаться друг от друга и находить какие-то новые формы. Мы занимаемся танцевальной компанией «Я театр» вдвоем, и это наше все сейчас. И думаю, только поэтому нас знают как двух лысых странных людей. Нас конкретно попросили, так как мы двое, это хорошая возможность. Партнеринг — это приклеивание, взаимодействие, взгляд, глаза. Это взаимодействие. Контакт — это основное то, что необходимо в театре. Это то, как люди между собой взаимодействуют. Растущая география участников лишь подтверждает высокий уровень фестиваля и дает надежды на будущее развитие. Театральные коллективы добирались из разных уголков – Эстонии, Белгорода, Самары, Омска, Москвы и Казани. Проявить себя, а главное научиться – вот зачем проделан такой большой путь. Ваш город очень хочется посмотреть. Очень. Первое впечатление по сравнению с Сталином очень масштабное. Вот такие огромные здания. У нас нет. У нас не такие. У нас были люди очень теплые, очень радушные. Мы представляем Самарский государственный институт культуры, кафедру актерского искусства. Приехали мы на этот фестиваль со своим спектаклем, который называется спектакль «Торч». Это такая современная драма, очень жесткая пьеса. Ну, мне кажется, что и такие пьесы нужны в наше время. Поехали для того, чтобы показать на этом фестивале спектакль, который называется «Наташина мечта». И, кроме того, посмотреть на другие коллективы, возможно, что-то взять себе. Церемония открытия прошла в Доме культуры МГУ на главной площадке фестиваля. Участники и наставники были представлены и под звуки торемы гостей и зрителей накормили национальными угощениями. Буквально за пару минут зрителю пришлось отойти от праздника открытия и с головой погрузиться в таинство человеческой души. Дуэт «Я театр» показал на сцене спектакль «Исповедь», вырезанную главу из романа «Бесы» на доступном языке тела. Фестиваль «Вайгель-2018» официально открыт. Впереди только самое необычное и новое. Вместе с молодыми актерами мы будем учиться и обязательно покажем фестиваль изнутри. Как сыграть, чтобы тебе поверили, вы узнаете в программе «В центре внимания». Константин Курбатов, Григорий Денисов. Наши новости.